МС-1, погоди, а что происходит? После демонтажа всех деталей начинайте переплавку. Мы списываем КВ-44М в утилизацию. К сожалению, нехватка стали заставила нас это сделать. Но у нас ведь достаточно ресурсов для его ремонта. Лучше его переплавить и создать еще пару-тройку М270-х. А если я скажу, что могу создать чертеж реактивного КВ-44М, что думаешь об этом? Проект заслуживает похвалы. Т1, ты сверхразум. Спасибо, товарищ. Перво-наперво нужно залатать все дыры и восстановить поврежденные узлы. Ну что ж, я готов увидеть обновленного КВ-44М. Тогда время начинать сборку. Отвлеки этого здоровяка, я должен нанести точный удар последними двумя снарядами. Будет сделано, товарищ, беру удар на себя. Советы никогда не сражаются один на один, жалкие трусы. Чувствую себя не очень хорошо, выруби его, булыжник. Для тебя билет на концерт Кобзона, демон. Ну что, допрыгался великий завоеватель, а я предупреждал, что вас здесь никто не ждет. А это еще, черт побери, что за монстр? Очередная вундервафля Левиафана. Он все еще надеется одним монстром победить целую армию. Вы должны его починить и поставить в ряды нашей армии. Похоже, настало время проводить контрнаступательную операцию. Тебе, солдат, похоже, сильно в башню прилетело. Мы уж как-то сами разберемся. А ты немного отдохни. Т1, а ты что скажешь, восстанавливать или в переплавку? Полагаю, нужно ремонтировать. Давайте приказ по сбору ресурсов. Вот и все, задача выполнена, мы сдержали наступление демонов. Да, но какой ценой? Эта позиция больше походит на кладбище советских гигантов. Да и сам злодей не стал нашим трофеем, его утащили демоны. Вскоре мы это исправим, а сейчас твоя задача отбуксировать старшину М270 в безопасное место. А я останусь на страже тел павших защитников.
Рад тебя видеть, Химарс-младший. Докладывай. Оборона выстояла, но потери огромные. Старшину вывело из строя одно прямое попадание вражеского монстра. Значит, пришла пора немного прокачать броню. Тащи его внутрь завода. Я этим займусь. Это меньшее, что я мог для него сделать. Не волнуйся, он этого заслуживает. Его героический поступок войдет в историю. Старшина М-270, рады приветствовать тебя в строю. В честном бою один на один, советы всегда сливаются. Но в отличие от вас, мы никогда не убегаем с поля битвы и сгазаемся до последней капли масла. Подмоги не будет, старый профессор тебя бросил. Подмога обязательно будет, до завода тебе не добраться. Hasta la vista, baby. Другой путь. Этот парниша склонен к самоподрыву. Товарищ главнокомандующий, у нас прорыв обороны. Ямамото в одиночку долго не протянет. Кого отправим ему на подмогу? Думаю, реактивный КВ-44М справится с задачей. Никак нет. На это задание должен отправиться я. Исключено. Твои орудия еще не обстреляны. Ты себя погубишь. Постараюсь доказать обратное. Мой долг отомстить за гибель моего товарища Давида. Ну раз ты так решил, тогда не смею тебя задерживать. Отправляйся по готовности. Ух ты, кто же это с тобой сделал? Таких повреждений я давно не видел. Но где же виновник этого зверского преступления? Моя задача выследить его и уничтожить. Это дело чести для меня.